Выходи немедленно! В тот день мы не просто потеряли город, мы потеряли всю жизнь. Мы уехали на третий день. Так, выходим быстренько, быстренько спускаемся вниз. Тогда нам придется его оставить. Внимание, товарищи! Произошло чрезвычайное происшествие. Просим соблюдать спокойствие. С собой разрешено брать только паспорта, деньги и запас еды на 3 дня. Выходите на улицу и без паники продолжайте движение транспортным средством. Вывоз любого имущества строго запрещен. Повторяю, как можно быстрее и без паники покинуть свое жилище. Внимание, товарищи! Произошло чрезвычайное происшествие. Просим соблюдать спокойствие. С собой разрешено брать только паспорта. Леночка, мы не можем взять твой... твой чемоданчик. Ага, дыши. Выходите на улицу и без паники продолжайте движение транспортным средством. Быстренько выходим, быстренько, быстренько выходим. Не останавливайтесь. Строго. Ничего с собой не берем. Повторяю, как можно быстрее и без паники покинуть. Внимание, товарищи. Произошло чрезвычайное происшествие. Просим соблюдать спокойствие. За тобой разрешено брать только паспорта, деньги и запас еды на 3 дня. Выходите на улицу и без паники продолжайте движение транспортным средством. Вывоз любого имущества строго запрещен. Повторяю, как можно... Если бы мы знали, что все вещи, которые мы тайно провезли с собой, были бомбами замедленного действия. Да и мы сами стали такими бомбами. Леночка, пойдем кушать, детка. Я не хочу. Приятного аппетита. Уже все готово. Сегодня
папа. Там поедем домой. Теперь это наш дом. Нам еще повезло. А как же Шуша? Я привезу его. Обязательно привезу. Чтобы она умерла, чтобы не страдать вот так. Или я умерла, чтобы не видеть. Мы положили ее на дверь. На дверь, на которой лежал мой отец. На ту самую дверь, которую я вынужден был украсть из собственной квартиры.
блажені нищі духом, як отех їх царство небесне, блажені алчущі, як оті утішаться, блажені кротці, як оті наслідат землю, блажені алчущі, жаждущі правди, як оті наслідатця, блажені. Мы не просто потеряли город. Мы потеряли весь наш мир.